Здравствуйте, дорогие друзья. Так как мы скачали новую версию доктор Кериш доктора, ну я, короче, по-английски сильно не шарю, но все равно 2020 года, кто-то ее сделал, обновил сразу, вот не проводилось. Вот видите, ну ладно, бог с ним. Главное о программе. Некоторые люди делают ошибку обалденную. Вот у кого-то она, например, ключики слетели. Это я уже пятый раз видео делаю. Ладно, бог с ним. Вот. Так, это не тот. Вот она. Вот смотрите, вот что вот это запомнить и ставить. Вручную никогда не вводите. Если будете вручную вводить, у вас он никогда ключ не подойдет. Просто-напросто будет пищать, визжать, и он будет, ну не будет он просто вставляться. Вот смотрите, вот здесь вот запомнить. КРЛ С. Запомнили, да? Это буфер обмена, сразу говорю. Через буфер обмена обязательно. Здесь делаете КРЛ В. Вот он. Ставить. Еще раз. Вот здесь вот видите, вот у меня рабочее написано. Я вам ключи оставлю. Копировать. Ну не, ну копировать можно, но лучше всего так делать. Это я просто рассказываю не вот эта программа, есть разные программы. Вот можете так просто копировать или вот так вот делать. КРЛ В. Все вставить. Делайте далее. Ключики вставлены. Если были другие ключи бы, он бы мне сразу бы вот это все скинул, и красное бы горело. И здесь бы вы сами видели бы в главное, что там при обслуживании там вот это все темное было бы. Вот. Это центр обновления. Вот смотрим, смотрите сразу параметры обновления, смотрим, что у нас. Все окей. Соединение с сервером, смотрите, как вот они актуальны. Все. И сразу говорю, смотрите, до какого года. Триста восемьдесят шесть дней. Так что удачи, не стесняйтесь, подписывайтесь. Еще раз говорю, каждую программу делайте через буфер обмена. В буфер запомнили, вот это вставили. И тогда каждая программа у вас будет всегда работать и вставляться, и никаких ошибок не будет. Самое главное, еще раз повторяю, всегда ставьте через буфер обмена. Удачи, не стесняйтесь, подписывайтесь, приглашайте друзей. Ну, будет постоянно что-то новенькое. Удачи!